Вот там вдалеке, где чайки, вот там вон дельфины. Ну, подержу камеру, может, смогу заснять их. Только что пару раз нырнули, вынырнули вернее. А всегда, где вот это много чаек, куча, значит, там дельфины. Вот один баб, он перевернулся, потому что они туда гонят рыбу. И чайки у них воруют рыбку. Далековато. Было бы чуть поближе, качество было бы получше. И видно было бы хорошо. О, ныряет. Вот сюда бы на берег приплыли бы. О, красавец ушел. Ну, попробую еще приблизить. Вон он пошел. О, видите, чаечки ныряют. Сейчас посмотрю в камере, я его поймаю или нет. А то я вот так смотрю. И лучше я потом пересмотрю, поймал или не поймал дельфинов. Что-то вот в тумане они не... А вон их два сразу вынырнули. Вон еще один. Их там, оказывается, много. Три точно. Вот еще один. Там целая куча, походу. Вот он еще, блин, не успел, на паузу ставил. Прямо они кружатся, там их много. Боюсь, еще как бы приблизить, что качество испортится. А отсюда с берега прям хорошо видно, как они ныряют. Ну сколько тут расстояния? Ну больше 100 метров расстояния. А они прям прыгают вообще хорошо. Вон они поплыли вправо. Походу они уже уплывают. Вон он, еще один. Но попробую все-таки приблизить по максимуму. Вот они полетели. Значит, они туда поплыли, наши чайки полетели в ту сторону. Я уже по чайкам определяю, где дельфины. И заметил дельфины тоже по чайкам, то что они прям в воду ныряли. Вот она. Давайте еще приближу. Мне кажется, качество, конечно, уже портится. Лучше чуть-чуть подальше, но качество получше. Потому что расстояние большое, даже метров 150. Если не больше. Ну да, вот они правее уходят. Ну, в камере будет видно их. Вот они присели, чайки, значит, сейчас дельфин вынырнет. Вот они взлетают, значит, дельфин где-то подплывает. Не хотят они сюда к берегу рыбку гнать, чтобы я их заснял. Они поход... А, вон она. Увидел, еще один был. Ну, так много дельфинов я здесь первый раз вижу. Видел один, два, и то вдалеке, и то они вот так не выныривали, как сейчас вынырнули. Что их прям видно хорошо. А вон они сразу два вынырнули, вот где чайка подлетела. Вот прям посередине камеры. Значит, они где-то в этом районе. Они походу туда к сетям плывут. Справа. О, вынырнул. О, ладно. Если дельфинов не будет, так хоть море засниму.
напоследок. Вот, а вон, все-таки они еще ныряют, плывут. Все-таки в сторону сетей плывут, где, походу, очень много рыбы в сетях. Сейчас пойду, там кипиш подымут. Ну, так, мне кажется, качество портится. Вот чуть-чуть подальше. Все-таки они еще там, вон чайки ныряют. Вот они где скучились кучей, значит там еще дельфины. Они их походу по кругу крутят, рыбе некуда деваться. Вот они там и собираются. Вот были бы сейчас сап-доски, я бы погреб бы туда. Прям к ним бы заплыл. Я уже давно не вижу дельфинов. Не видно. Походу они уже далековато уплыли. Ну вот, а вон сидят. А вон, нет. Все-таки посмотрел, где чайки. Вон их там, по-моему, 3 или 4 чайки. Вот там вынырнул. Значит, они еще там. Вот там еще и уточка летает черненькая. Но она мимо пролетела. Поплыла. Вернее, полетела на свое место. А ее место получается как раз вон. Где сети стоят. Вон они там сидят всегда. Чайки что-то разлетаются. А вон опять дельфин. Вон, видите, чайки как раз кучей занырнули. Вот. Вот там сейчас будет дельфин. Сейчас будут выныривать, значит, дельфины вот там. Оказывается, у дельфинов легкие. Им нужен воздух. Это я недавно только в интернете видео как-то наткнулся. Я люблю про дельфинов смотреть. У них жабр нету, легкие. А вон, все-таки есть они там еще. Долго они там, походу, сильно голодные. Их там очень много дельфинов. Как их прикормить, чтобы они сюда приплыли? Этого я уже не знаю. Это не Анапа, чтобы они приплывали прямо к берегу. Они еще дальше сейчас стали. Ну, я думаю, на камере не будет так прям хорошо видно, как их в реале видно, дельфинов. Ну, я вон их вижу, но в камере навряд ли будет видно. Вон они все правее, правее, правее уходят. Вот, походу, они теперь начали левее, потому что туда чайки полетели. Левее. Сейчас проверим. Ну, что-то они сильно начали отдаляться. Далековато уже чайки отлетели. Сейчас бац, кто-нибудь, какой-нибудь дельфин прямо вот здесь вынырнул, прямо на берегу, как раз когда я камеру держу. Было бы прикольно. Ну, бывают же такие все-таки случаи. Но походу не в этот раз. А вон, правее увидел, прямо возле чайки одной. Сейчас очень далеко, смысла, мне кажется, уже нету снимать. Их сейчас вообще видно не будет, потому что они так сильно не выныривают. Сниму тогда море немножечко. А потом, когда уеду, закину видео. Вот такое сегодня, на 25 число. Море классное.
и чистенькая, в принципе. Но я не сомневаюсь, что многие вообще досмотрят это видео до конца. Может, сегодня закат будет красивый, потому что туч много. Если что, закат тоже засниму. Потом зимой, когда нечего будет закидывать, буду море закидывать. Немножечко тепла, рая. Ну, хватит, 10, больше 10 минут уже стою, дельфинов ловлю. И даже если вынырнут, их уже и видно не будет. А, во, не подождите. Вот здесь дельфина увидел. А вот есть дельфинчик, вот здесь. Как он здесь оказался? Где-то вот здесь он вправо гребет. Сейчас должен уже вынырнуть. Посмотрю в телефоне, увижу его или не увижу. Ну вот здесь был недалеко. Это походу от них отставший. А вот он. Может, сюда приплывет. Вот он один гребет. Или они круг сделали. Они, в принципе, очень быстро плавают. Для них круг сделать это, я не знаю, два раза махнуть хвостом и все. И они уже круг сделали целый. Они плавают очень быстро. Но еще немножко этого поснимаем. Может, хороший кадр будет. И он все-таки надумает к берегу приплыть. Но тут, в принципе, рыбки нету на берегу. А там еще до сих пор вдалеке есть дельфины. А вот, да, этот здесь и вдалеке еще. Кстати, их много, дельфинов. Значит, еще поснимаем. Вдалеке тех я еще увидел. Это, не знаю, новенький, походу. Вот где чайка одна сидит. Сейчас попробуем приблизить чаечку. Он, походу, уже начал в обратку грести. Вот чайка справа, а он, походу, налево уже начал плыть. А нет, там по кругу крутится. В экране не... А, вот вижу, надо чуть поярче сделать. А не получается. Еще видео скину. Походу, их две компании. Вон он вокруг чайки крутится. Он прям по кругу там крутится. Может быть, это не один. Мне кажется, что просто один ныряет. Просто они по очереди подыривают. Ну, 13 минут пытаюсь поймать этих дельфинов. Они никак не хотят вынырнуть красиво прям. Рыбку вверх покидать, половить. Что-то затишье. Не выныривают, что-то не вижу, не там вдалеке. И чайки, в принципе, почему-то уже разлетелись. Они что, уже наелись, что ли, эти чайки? А вон вдалеке есть еще. И здесь еще есть дельфин. Можно еще постоять, подождать. Может, они сюда приблизятся, потому что это один, который возле той одной чайки.
он уже поближе, вон она чайка вылетает, походу дельфин там где-то. Чайка хитрая. Она поближе. Сверху все видит, всю рыбку. Я правда в камеру не вижу чайку. Солнце отсвечивает, а дельфина вон в реале вижу. Его прям крутится по кругу. Так что хорошо было видно. Надо смотреть, вот где эта белая чайка. Но я потом пересмотрю, видно эту чайку в камеру или нет. Вот прям возле чайки вынырнул. У меня такое ощущение, прям в миллиметрах от нее. Сдалека так видно. Здесь серьезные дельфины не хотят никак нырять, резвиться. Азовские, наверное, дельфины. Ну давай, ты сюда приплывешь или нет? Ну скину это видео, если они прям хорошо начнут, сниму еще одно видео.